Всем привет! С вами Константин, и это рубрика «На дворе». Сегодня 6 февраля. В этот день, в свой профессиональный праздник, работники барной стойки со всего мира принимают поздравления от друзей и посетителей. И не зря этот день выбран в качестве профессионального праздника рестораторами и барменами. Именно 6 февраля католическая церковь отмечает День памяти святого Аманда, который является покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также заступником рестораторов и барменов. Несколько слов о нашем канонизированном друге. В 20 лет, пойдя против воли своей семьи, он стал монахом, а совершив паломничество в Рим, решил стать миссионером. Свою миссионерскую деятельность Аманд вел на территории Бельгии и Франции, последние из которых славятся своими винами. Сама профессия бармена зародилась в США во время золотой лихорадки, а несколько позже сами бармены начали отмечать и свой профессиональный праздник. Сегодня эта работа по праву считается одной из самых драйвовых и зрелищных. И действительно, наблюдая за тем, как бармен перемешивает в шейкере 2-3 алкогольных зелья и при этом указательным пальцем другой руки вращает бутылку шампанского, вы невольно становитесь свидетелями чего-то захватывающего. Зная на зубок азы приготовления напитков и их составляющей, каждый бармен, тем не менее, подаст вам напиток по-своему. И в этом тоже заключается суть мастерства и творческой стороны профессии. Кроме того, каждый бармен – это отличный психолог, способный тонко улавливать настроение клиента. Недаром американская пословица гласит: «Бармен – это человек, который знает тебя лучше, чем твоя жена», и с этим сложно не согласиться. А у меня на этом все. Спасибо, что лицезрели. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, обязательно делайте репосты для друзей. Ну и до новых встреч!